Всем привет! Сегодня мы будем обозревать вот такого плюсового медведя. Меня зовут мистер Грейс, еще у меня есть мистер Мак. Он сейчас в другом комнате, так что он не придет. Мой мишка вот такой вот, у него вот такие вот штуки. Вот такой шарфик, вот такой. Можно так вот надеть, чтобы ему не было холодно. Вот так вот надеваем. Вот так вот. Надеваем. Так, главное не удушать. Вот так вот. Никогда такого не делайте, а то медведь вас убило. Это я так шучу. Может, не шучу. Вот у него есть вот такая вот порванная перчатка. Но это для него одежда. Надеваем. Как же это сложно сделать? Ну ничего. Кто делал эту игрушку? Явно хотел, чтобы дети страдали. Вот так вот. Да. У него есть любимая книжка. Алёнка. Вот это. Это реклама. Так что заплатите мне. Вот так вот. Он с ней дружит. Ладно, зацензурите. Монтажёры. Вот еще вот такие вот наушники. Беспроводные. Угадайте, с какой стороны сделаны. Еще у меня есть вот такая штучка. Вам, наверное, по-другому все это делают, так что это СССР. Ну что, наш ролик подходит к концу. Мы уже снимаем целых 2 минуты. Всем пока!